Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения великого героя, великого революционера Павла Ткаченко. Хочу отметить, что мы уже второй год подряд организовываем здесь субботник, приводим это место в порядок. В прошлом году был возобновлен памятник. Хочу отметить, что в этом году мы пошли еще дальше. По всей республике, на территории всей республики Молдова, во всех районах, во всех городах была посажена роща имени Павла Ткаченко. Я думаю, что мы, вот молодые люди, должны помнить и чтить всех наших героев.